возможно, вы сейчас на Твиче, потому что я в онлайне планирую тестировать устройство под названием OnePlus Ace. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, и там у нас, по-моему, 317 тысяч подписчиков. Этот стрим, получается, будет выгружен, если все будет хорошо, на канале Польза.нет Live. Сейчас работает микрофон OnePlus Ace, я планирую потестировать еще пятые Соньки, для этого протестируем, разумеется, микрофон их. Разумеется, хочу протестировать кулер OnePlus, на который я придумал, как я сделаю обзор. Я уже его начал делать, как раз записывая на основную камеру OnePlus Ace, на котором есть 4К 30 FPS, как раз с него вы все видите. Помимо 4К 30 FPS там нулевая стабилизация, но это лирика, не лирика, то что фронталка у BBK всегда страдает с одной стороны. С другой стороны, если у вас все в порядке с светом, шумоизоляцией и всем остальным, даже со стоковым микрофоном, в принципе, они будут работать относительно неплохо. Напоминаю, что если вам нравится такой формат, основа его и база для того, создана для того, чтобы я делал обзор. Перед обзором я могу погонять аппарат при вас, показать результаты тестов, ответить на минимальное количество вопросов. И самое главное, в онлайне я могу показать вам, как быстро разряжается смартфон, как он лагает. Понятно, что одновременно он стримит в Твиче, ему тяжело тянуть игры. Но если это сильное устройство, допустим, S12 Ultra, которое мы также тестировали здесь, или это, допустим, Lenovo Legion, супер-мега-планшет YX700, на который я тоже планирую сделать такую же штуку. По идее, это все должно работать великолепно. Что я могу сказать об Ace? У меня слабость к OnePlus, у них ценовая политика как была прелестью, так и осталась. Этот аппарат реально приобрести в описании, можете посмотреть, в районе 25 тысяч рублей. Притом, не обязательно куда-то ехать или бежать. Официально OnePlus никогда не были представлены в России. То есть их море у серовозов, их море на Авито, и если у вас хрипит микрофон, сейчас я сделаю вот так. Вот сейчас пишите как звук, это была настройка вроде бы лояльная, но по сути я слишком громко и четко разговаривал, микро не выдерживал. Напоминаю, наушники по микрофону я еще не подключил. Звук у меня плохо, вот сейчас напишите, пожалуйста, как звук, откорректируем и продолжим. Напоминаю, что вот эта штуковина, она очень неплохая по зарядке, допустим. То есть обещают, понятно, что 50% за 5 минут. У меня это было за 11. И за 17, по-моему, они обещали, что он будет полностью заряжен. У меня 23. Легче. Джевра, Макростов и остальные. Огромное спасибо, что пришли. Всем, кто смотрит все это дело в записи, пожалуйста, оставьте комментарий. Вы этим помогаете каналу, чтобы я не переставал вот эти штуки делать. Я понимаю, что это специфический контент, я понимаю, что это раз стримы, еще и на Твиче, но вы имеете возможность потом посмотреть это в записи, услышать какие, посмотреть, какие вопросы мне задавали, и в конце концов посмотреть самое важное, как девайс на длительной дистанции может переживать какие-либо нагрузки, потому что, в принципе, у OnePlus этот будете покупать точно не на год. Он спокойно отживет и 2, и 3 года. По его каким-то суперфишкам. Это улучшенная версия, точнее, он и есть прародитель OnePlus Ace Race Edition, который просто великолепно показал себя во всех видах обзоров, которые я тестировал. Bonsoir, привет! И OnePlus Ace — это лучший смартфон из последних 10, которые я тестировал на Твиче. В плане игры, помимо игр, одновременно стриминг, без одного вылета, может быть, там что-то где-то картинка кропалась. Но напоминаю, у меня гигабитный интернет, разумеется, хороший Wi-Fi роутер за 20-ник от Xiaomi, самый последний игровой, и в идеале ничего не должно неудачного происходить. Удачного стрима, архитектор, особо приятно тебя видеть, спасибо, что дошел. Начнем все-таки со спеков. Так, я переключаюсь на игровой процесс, так что не пугайтесь. Вы сейчас будете наблюдать, насколько этот аппарат прелестный или нет. Я буду комментировать, разумеется, обзор на него будет. Это на Pixel 6. Я не хотел делать обзор и сделал его на лайв-канале отдельно. 684 тысячи он выбивает. Аппарат у меня на кислороде. Сейчас я покажу вам все спеки в онлайне. Покажу, сколько осталось процентов. И по какой-то неясной мне причине он показывает мне микрофон, хотя его нету. Ну ладно. Dimensity D8120, по идее это еще и Max, но особой разницы никакой нет в Max или не Max. И
Все, Вантуту мы показал я вам. 3D Mark сейчас покажу результаты. Очень странно, что он слингшот не выбил максимум. Я еще буду его гонять. И в PC Mark, я не помню, по-моему, он у меня отказался прогоняться полностью. Да, он отказался прогоняться. Я максимум могу вам показать мое устройство. Android 12. Покажу сейчас, что я его уже 2 раза обновлял. И он у меня получается на последней официальной версии. То есть мы его не мучили. Последний Android 12, Oxygen OS 12.1. Ничего не нужно улучшать. Включаю Diablo Immortal и надеюсь, что меня не вылетело ничего, и мы с вами имеем возможность общаться в онлайне. Пишем, как меня слышно, подключать ли микрофон, пробовать подключать соневский микро или как. Саня подстригся или мне показалось, да, Саня иногда стрижется, иногда чистит зубы, моется, даже бегать начал. Всем хочется быть похожим на человека. Здравствуйте, меня зовут Эдик, я шопоголик, у меня тоже есть деменция. Это намек, что меня зовут Саня, я шопоголик, у меня есть деменция. Так, я все сохранил, почему он мне показывает еще загружать? Процесс 0. В Диабло зашли, будем опять маньячить. Сейчас вхожу в игровой мир и пробую параллельно, окей, подключить наушники. То есть вы мне сейчас напишите, потому что они сейчас автоматом подключатся. Как хорошо меня слышно, заряд 60%. И если все хорошо, я надеюсь, что вы мне об этом сообщите. Слышно ли меня? Так, потому что мне кажется, это вообще тема, еще и полноразмерки тестить, да? Раз, два, три, четыре, пять. Слышно ли? О, все, гуд. Андрей, отлично. Лучше слышно или нет? Не зря эти наушники стоят 30 тысяч. Мы все такие, это здорово. Ну, смотря как смотреть. Я говорю, я не хочу никого не обижать, ничего. Все, что я советую, в перспективе можно потом продать на Авито. И шопоголик может в итоге оказаться даже выгодным занятием. Все хорошо, привет, привет. Микро могу, да, лучше, отлично. То есть Соньке все-таки не зря я напялил на свои уши. На голове теперь у меня огромная прелесть. Я зато игру слышу вообще всю. А вы, кстати, слышите? Вы, наверное, не слышите игру вообще. Если есть пожелание погромче музыку сделать, также сообщите. О! Так, 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 так. И хорошо меня подрезали. Какие-то они мощные. Нет, 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 нет. Я, по-моему, первый раз так прям рядом со смертью. Нет, 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 нет. Я вообще, по-моему, ни разу так не умирал. Ох ты, ёшки! Нет, 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 нет. Очуметь. По-моему, это первый мой заруб такой в этой игре, что я на грани смерти. Очуметь. Я буду аккуратнее. Прям совсем аккуратнее. Да, с побоища. 1500 опыта. Больше не хочу. Все, я больше не пробегаю дальше. Демон-слуга. Ох ты, йо. Он прям просто лупит капитально. Прямо я не планирую даже подходить к ним. Уж очень жестко все. Да. Я не ожидал. Игру не слышно. Сделать так, чтобы слышно было игру. 5 секунд. Неплохо начал. Настройки. И... окей. Не вылетит, если будет супер. Вот сейчас вы должны слышать игру чуть-чуть. Пишем, слышна ли игра, не вылетела ли она. Кстати, мы не посмотрели процент. Давайте все-таки посмотрим, сколько процентов у нас заряда. Так, 37% заряда, и вот с этого момента я начинаю секундомер включать. Секундомер. Думаю, до полного даже разряда мы сможем поиграть. Старт. Все, все запомнили, 37%. Понеслась. Так, 5 секунд. Слышно ли игру? В ближайшие дни будут обзоры на компактные планшеты. На Lenovo YX700 больше. А вы знаете еще какой-то компактный планшет, кроме Lenovo YX700? Так, здесь никого нет.
И я, если честно, не особо вижу смысл подключать кулер, но мы все равно подключим. Игру не слышно. Ну, вот так, значит. Потому что я ее слышу. Очень странно, что не слышно игру. Ну, могу на максимум поставить. Сейчас 5 секунд. В принципе, можно и на максимуме. Уровень игры. Музыка для этой игры слишком... Ну, там не игра. Там... так, все. Надеюсь, не вылетел. Не хочу, чтобы он вылетел. Ух ты, ёжки! Как я был близок к провалу. Вот так вот выходить не стоит. Прям не хочу выходить, чтобы попасться на эту штуку. Ох ты, ёжки! Прямо очень бодрая дама. А сейчас слышно игру? Музыка для этой игры слишком спокойная. Нет, скорее всего, вот если... Игра очень громко, Саня, да вы издеваетесь. Вы определитесь. Ну вот так. Надеюсь, что сейчас будет тише игра. Сейчас напишите, тихо или нет. Так. Здесь я был. Значит, идем туда. Слишком громко игры... Вот сейчас напишите, как. Лучше? Отличная игра, оставь так. Все, принял. Прям все, мы уже профессиональные стримеры. Соневские наушники. Настраиваем громкость игры. Меня почти убивают. Я этому, кстати, не особо рад еще. Я, мне кажется, начинаю вникать в это все дело. Проникаться. Так, и... Ух ты, ёшки! Вот эти вот летающие... Твари? Ну, правильно, да, наверное, можно говорить, что они твари. Это же игра. Опа! На iOS этой игры нет, понятия не имею, скорее всего, нету. А может и есть, но не в РФ. То есть я качаю ее через АПК Pure. Умение мага, добавь что? Какое умение помогать? Тихо. Ну сейчас давайте я пройду, а потом вы мне уже посоветуете, что там надо делать дополнительного. Ну пока я одно знаю, что я точно не буду к этим существам подходить никуда. И вот эта вот штука, которая... Ох ты, ё! Золотые какие-то левиафаны. Типы. Ничего ж себе он колет. Да пошли вы все в топку. Главное вот под эту стреляющую тварь не попадать. Умение добавь мага помогать. Так, ничего не понимаю, но очень интересно. Ох ты, ё! Так, так. Но он не особо и мощный у меня. Ух ты, ё! Все, почти убили. Ёшки. Все, достал это меня, мадам. Кстати, да, все-таки с каждым днем все сложнее и сложнее играть. Игра получше Genshin Impact, однозначно. Ну, не то, что лучше, она просто другая. Какое-то там святилище. Где-то кого-то. Во, опоссум там нагоняет народ. Но нагон не получается. Шалом всем, шалом. Не вижу пока смысла подключать кулер. Хотя через, наверное, минут 15 попробуем. Потому что все-таки OnePlus-овский кулер для OnePlus, а почему нет? Но я необходимости пока такой не вижу. Так, вот. Погибайте.
Жгем. Опа. Так, кто местный? Все пишем опоссуму в отдельный чат попасть, если кто-то вдруг еще не из наших не попал. Так, там какие-то типы. Какие-то типы наверху и дальше вниз. О, вот вы и пришли. Ух ты. О, стражник есть. Стражник ест. Так, надо, чтобы он отошел. И вот можно будет уже... Мне что-то подсказывает, что лучше отходить оттуда. Ох ты, ё! Вот это они пожирают жизни. Сфера здоровья. Отлично, спасибо. Пока. Пока все плохо. Так, окей. Типы будут побеждены. Есть. Сферы хорошо, они моментально. Вот стреляющие только штуки, это плохо. 22 тысячи. Сейчас все кончится. Так, пожалуй, лучник. Лучниц надо убить. Самое главное. Что они меня достали уже, эти лучницы. Все. Законы просты. Мы прошли. Ей! Так. Святилище, не святилище. Рема нашли. Разбитие. Что-то хорошее одно есть. Я думаю, вот так. И вот так. И разбил. И получается один. Надо узнать, что с ним произошло. Отправиться на площадь. Апоссум, отдельное спасибо за промокоды в Геншине. Выливил Примагема. OnePlus Cooler. Топ, не перестану повторять. Хорошо. Так, мы сейчас вот нажмем с формулировкой «посидеть распознавателя», он сам побежит. Ей! Вообще, лагает не меньше. Чехол снять, пишите. Чехол снимать или нет ли с девайса. Есть. Распознать. Ассистанс. О! Можно надеть. Перенести. Все. Я теперь эпичнее. Вот, вот этот тип, кстати, появился. Его было нельзя посещать. 10 тысяч. 10, 10. Ну, купить. 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 А, то есть можно вот так покупать, и там что-то будет. Ну-ка. Ага. И кое-что оказалось лучше чуть-чуть. Смысла не вижу вообще никакого, я понял. То есть это если у тебя очень много денег, и ты можешь с этим разводилом долго и упорно играться. Брать. А можно все сразу убрать? Нельзя. Ну ладно. Очень жаль, как говорится. Снимай. Так, все, хорошо, чехол снимаю. Потому что кулер, опять же, без чехла, как смысл кулер с чехлом тестировать. Сейчас я показываю, какая температура, если не вылетит, хорошо. Через Antutu. Antutu. Сколько у нас ЦП? 46 градусов. И в этот счастливый момент я включаю кулер. Окей? Кулер только на кабеле. Расскажу вам. Так, и что? Нет, неудобно с ним будет играть, ну ладно. Может, кому-то и удобно. Приноровиться можно, но напоминаю, что все это дело будет у вас висеть на, получается, телефоне. Гудит. Ха-ха. Хорошо, давайте тише. Вот так. Все-таки, наверное, микрофоны не наушников работают. 5 секунд. Не, наушников. Наушников, наушников. Может быть, не сильно гудит? Вот сейчас потише сделал. Слышно прилично. На минималке поставил.
скажете, слышно или нет. Безопасная зона. Зачем мне? Он жужжит, как компьютер. Нет, жужжит он реально тихо. Вот сейчас жужжит, как компьютер. Это, скорее всего, на минималку слышно. Ну вот на минималку я поставлю тогда. Да, на минималке он тоже работает. Пылесос выключи, пожалуйста. Хорошо. Так, сейчас я опять иду зарубаться в эту штуку. Я так понимаю, что это самое интересное. Пока не слышно. Ну вот, значит, вот в таком режиме мы и будем работать. Так, что-то тут еще надо вставить. Глиф. Получить еще ничего не хочу. Войти это все. Всем привет! Arm Warning, привет! Не забудь подписаться на Twitch. Для чего? Для того, чтобы мы набрали 1000 человек, и я стримил чаще и тестировал больше девайсов. Да. Вот такой забег у нас. Нет, все равно прохлада от него идет. Стрим только игровой? Ну как игровой? Мы же общаемся. Вообще это больше стрим общения. Просто самое важное, конечно же, это проверить автономность девайса и его способность одновременно стримить. Вот это типы. Кажется, что слабенький, но у меня такое ощущение, что один раз, если они попадут, мне мало не покажется. Смутное ощущение. Хотя не факт. По ощущениям, здесь главное этих стрелков мало. И они, главное, интересуются моим великим и ужасным скелетом. Когда все интересуются скелетом, это хорошо. Все вопросы, да, по девайсам, почему? Абсолютно нормально, если есть, почему нет? Просто на что-то я могу ответить сейчас, а на что-то нет. То есть я все-таки желательно, чтобы вы ходили и спрашивали по девайсам в телеграм-канал взаимопомощи. Так. И вот оно. Барабанная дробь. Напоминаю, что есть у нас специальный канал для фоточек. Телега. Для примеров. Но думайте, что туда посылать. Я сегодня удалил человека, он туда очень странно детей слал. Притом, ну, странно. Потому что ногти у детей грязные. Ну, так такое, не знаю, может, я как родитель совсем у меня с кукушкой не все в порядке, но... Я такие штуки не люблю. Так. Такие сильные чувачки. Очень даже сильные. Выглядит страшно все-таки, да? О, понеслась заруб. Насколько фантазия больная у людей, тех, кто это рисовал, да? Скажи, а насколько больная у тех, кто играет добровольно? Ну, мне правда интереснее, чем Genshin. Пока, пока. Опять же, нам по большому счету, я так понимаю, это ежедневное задание. Нам хватает вот порубиться здесь и все, и дальше пойти. Без каких-то там дополнительных заданий. И... Куда стримы чаще, пожалей себя. Не, так каждый день. Что-то последнее время. Учитывая, что есть еще основной контент. О! Типки. О! Какие-то страшные вообще штуковины. 500. Скорость передвижения повышена. Во!
пошла жара. Пошла жара. Мне кажется, что еще здесь кто-то есть, не успел. Нет, не успел. Где-то злобные существа, которые еще и кидаются всякой штукой. Магику. Скорее всего, сейчас мы попадем на босса. Таинственный страж нашел меня. Логично. Еще бы он не нашел меня. Тем более, если я его ищу. Ну вот MCI понравился, но там есть определенного рода вопросы у меня к нему. Пока они не решились. Но я не буду завтра утрированно на него обзор делать. Я сначала его погоняю по-нормальному. Что пока... У него много плюшек из разряда вот такого старой еврейской сущности. То, что он, его совершенно свободно можно апгрейдить, что оперативкой, что внутренней памятью. Это очень сильно подкупает. Так. Мне кажется, наподобие я кого-то убивал уже. Наподобие этого стража. Все уже, хана ему. Портал завершен. 6 минут и мы победили. И можно опять все разбирать. Раз, два, три, елочка, гори. Все хуже. Зачем ходили, непонятно, да? А, так, вот этот дизайн, когда камеры пирамиды выстроены, вообще супер. Так, смотрим, сколько у нас прошло, 18 минут. Кстати, кулер почему-то греется, значит, он тепло забирает все-таки. Притом прилично так греется. Еще раз я схожу. Надеюсь, дойду. И... Кому, кстати, у Эйса нравится внешний вид? Используйте глиф. Нет у меня ничего. А у вас какой ноут, Андрей Сиренко? Когда участники объединяются в группу, повышается вероятность получения добычи. Круть. А, то есть можно было бы с кем-то попытаться зайти. Ну ладно, сейчас в следующий раз. Next time, как говорится. Ничего ж себе, мы кругаля дали, а нет никого до сих пор. О! Это черти. Черти маленькие, злобные. А, вот здесь, кстати, да, можно зажигать. Успели мы? Да. Все, успели, самое главное. Супер. Так, 16 мало. Во! Пошла жара. Так, пока он не добил, надо искать новых.
И чтобы их не было слишком много, и они не взорвались и не убили меня сразу. Да? 42. Все. Все, жара, 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 жара. Всегда, чтобы кто-то был, кого мог скелет завалить. Вот так его оставляем. И все. Все, отлично. Мне кажется, сотню мы наберем таким темпом. Хотя не факт. Главное... О! Есть. Что-то... А, он заморозил меня. Главное не убивать его до... Есть, успел. Е-е-е. Успели мы. Ариксон какой-то тип серьезный. Ох ты, ёшки. Нам надо туда. Во, все есть. Главное, мы сможем продолжить банкет, пока они тут идут. Есть 100. Ха, получилось. Получилось. Сотню разменяли. В общем, хороши черти. Тихо, тихо, не убивай его. Не убивай его до конца. И... Нет, нет. Есть? Нет, не успел. Ну ладно. Ну тоже хорошо. Все, можно пойти и забрать то, что я набил. Пока мы спешили. Вон, тут больше ничего серьезного нет. Вот здесь было. Тоже несерьезно, ну ладно. А слегка размытая картинка. У меня одного 720p, ничего супер космического здесь быть и не должно с 720p, объективно. Так, здесь тоже типы. Какие-то должны быть серьезные. Пока мы их не видим, но они точно есть. О, ничего себе. Вот издалека, как они хорошо лупят. Пол жизни сбрило. Сейчас пройду это дело и посмотрим по кулеру, изменилось ли что-то по температуре. Потому что смарт, конечно, еле тепленький. Но опять же, это на минималках. И сам кулер теплый. Во, понеслась. Понеслась, все. Самое интересное началось. Где он? Вот он. Есть. Пока все лояльно. Нелояльно сейчас будет. О! И смех, и грех, да? И... 43 тысячи щупальца какие-то выползли. Но их можно будет быстро уничтожить. Перегреется, умрет. Да нет, с кулером-то с чего вообще он перегреется, умрет. Но это, конечно, нечестный тест. Но я все равно сейчас посмотрю, есть ли изменения по температуре. Если есть, то я отключу кулер. Потому что это неправильно. Все, хана. Этот еще быстрее прошли. Первые 5 минут в игре все красиво прорисовывалось. Я отходил, просто сейчас подошел и размытие вижу. Значит, дело было не в бобине. Но я смотрю на стриме, вообще отличная картинка. Так. Открываемся. Смотрим температуру. Окей. Помним, да, сколько было? По-моему, 43. Ой, 46 было.
Сейчас 33. Ну, вы поняли, да? То есть кулер снимаем, кулер обалденно работает. Даже на минималках у нас температура 33 градуса, и спинка прям холодная. Холодная. О, я уж думал, он вылетел. И остается еще проверить 25 минут, как много съела батареи. Так не видим. А как-то мы вот видели в игре, получается. В игре вот так я делал, и он показывал. Не тут. Вот. 27%, а было? Как-то совсем быстро поедает, да? А, и градусы же здесь. Зачем было выходить, да? У меня одного проблемы со звуком. Периодически отваливается один из каналов. Ну, давайте я отключу наушники, может быть, лучше будет. Мне кажется, это проблема не со звуком, это проблема с твичом, что смарт, может быть, не тянет, как вариант. Безопасная зона. И очень удобно было и на столе, и чехлы. Так. 81-2-0 не умрет, я тоже так думаю. Так, а давайте все-таки попробуем коллективный поход. Найти группу. Ага. Не с кого брать группу. Нет игроков в сети. Хм. Ну ладно, тогда один пойду. Или пойти, давайте по линии задач каких-нибудь. Войдите в библиотеку Залтунакула. 9РТ лучше этого смарта? Конечно, да. Разумеется. Что медиатек всегда медиатек. О, зарубилка. Рубилка. Дробильщики и остальные прелести игровых чуваков. 9РТ уже стал легендой. И я тоже приложил к этому руку. Ну ладно. Основной приложил к этому руку Киви в первую очередь. Счастливые времена. И алчный гоблин. Потом нам бегать и все это собирать, да? Ладно. Сущность монстров. Всякие мелочи жизни. Еще мелочи. Ладно. Что здесь такое? Welcome, ally. Принять. О, не шутя. Я на MacBook играю в танки нормально, Андрей, я не сомневаюсь. Интересное зарубилово. Мне кажется, смарт, конечно, подочумеет вытягивать несколько героев. Начать прохождение, понеслась. Так, мы вместе долбим, получается, по одной и той же тусовке, правильно? Ничего ж себе, он быстро бежит. Как он может бежать быстрее, чем я? Или у каждого своя туса? Ух ты, ё! Вот такая вот история. Ничего ж себе. Прикиньте, а меня убили. Кто бы мог подумать. Польза нет покоится с миром. Да. Первый раз у меня такая беда. Так. Попал под раздачу. Так, а мы можем без остановки кого-то лупить. Здесь, я так подозреваю, на всех злобышей. Я
Здесь это вот эта вот жижа, конечно, это такая тема плохая. О, здесь кого-то убили уже. Но я не могу это собрать, да? И кого-то мы ищем. А, ну кого? По-любому хранителя портала. Кого-то они бегут. О, заруб. 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 Кошмарный урон. OnePlus 10 Pro намного хуже, чем по камере. Как понять, намного, на... Ну, понимаете, нельзя так рассуждать. Ощутимо, да. Ощутимо хуже. Как они туда попали, интересно, телепортировались, что ли, наши эти герои? О, есть. Краш портала. О, зато у него 300 тысяч жизней. Вообще норм. Вообще хорошо. Опа. И урон, наверное, космос. Хорошо, что мой скелет его занимает чем-то. И половину мы уже долбанули. И все. Портал завершен. Ей! Такие пироги. Так, ну и вопросик у вас, красава. Да. Vivo iPhone 13 Pro ощутимо? Да. В лучшую сторону iPhone по видео. А по фото можно еще поспорить, что может быть даже Vivo и получше будет. 4 группы. Покидает группу. Хорошо. Безопасная площадь. Я опять иду телепортироваться. Снова. Войти. Найти группу. Войти. Найти группу. Войти. Ничего ж себе у них уровни. 151-92. Окей, порки исключаем. Ожидание участников. Вот, 39-й хоть кто-то. Из чего задняя крышка? Пластик. Я по, конечно, по ползаю. Разбивать не собираюсь, но очень похоже на пластик. Мега похоже на пластик. О, зарубы пошли. Вообще какие-то существа такие приличные. Эпичность зашкаливает у них. Я буду почищать остатки. 80 Pro глобалка будет? Она, по-моему, есть. Да, с чего будут проблемы-то? Опа. О, как хорошо.
и быстро они убивают меня. Да, за рыбу норм. Вот это тут гей-гей ее хуполос. Вообще просто дурдом. Количество животворящих существ. Космос. Не успеем на 100. Нет, успеем. Потом соберемся. Три, 104, 107, 131, нифига себе, извините за мой французский, прям очень много сразу сходу. Ну, мы все в одно место ушли. Все, по сути, нас нашли эти. А, босс. Босс там. Ладно. Мне не кажется, что от не меня какой-то толк там будет, но я попытаюсь чем-то, если добегу, помочь. Люблю ранние стримы, не могу смотреть ночные. Не, ночные это дичь. Просто так получалось. Видите, когда нет времени, то выбираю уже ночные. Если есть время, то зачем ночные выбирать? Правильно? О, портал завершен. Можно еще разок зайти? Я что-то даже полезное, мне кажется, собрал. Хотя ничего лучше, чем у меня было, нет, но... Разбирание. Разбирание всего. Most appreciated. Most appreciated. Взаимно. Достойно держит смарт. Ни фризов, ни лагов. Солидарен. На все 100. Куча персонажей Twitch. Ну да. Да. Но может мы сегодня разменяем 600 человек. Это будет круто. Хотя что-то мне подсказывает, что не разменяем. Так, еще раз попытаюсь туда же. 595, как было, так и осталось, кстати. Либо это глюк, либо, скорее всего, так оно и есть. Да. Ну, значит, вот такой тусовкой мы и будем жить. Добро пожаловать в чат. Пытаемся еще раз зайти. Найти группу. Войти. Да, все намного круче. Скоро будет уже 40 минут, как он сходит с ума. У меня, кстати, зеленая картинка лупит, но мне кажется, что причина не в смарте, а в кодеках у меня. И... Ох ты, ёшки! Ох ты, ёшки! Мне кажется, я не туда пошел. Сам. Здесь супер быстро надо долететь до новых. Шесть. Есть. Мы идем другим путем. Куски. Куски. Куски.
Да, только 77. Ну ладно. Во, понеслась. Какой молодец скелетик, всех на себя призывает и все. Никому я уже не интересен. Мне остается только долбить и куски взрывать. Таинственный страж. О, жизни восстанавливаются. А страж там. То есть я тут бился, а страж нашел их, да? То есть есть ли проблемы с выводом денег с Твича? Никаких проблем, потому что денег на Твиче нет никаких. Все. Единственное, ну я здесь добавил donation alerts и все. Кстати, надо посмотреть, если кто-то что-то закинул, хотя бы ответить. 5 секунд. Я сегодня забыл про это дело. Но обычно все равно все это происходит уже на YouTube. Вот, а на Твиче монетизация нет, не подключается вообще. Народ вообще ничего не собирает. Не их уровень. Да. Вот я и побегал. Ожог души. Вот и кончилась побегашка. Конечно, все. О, есть что-то полезнее, чем было. Well, то есть есть... Так. 5 секунд. На площадь. Что, продолжаем биться в эту же малину или нет? Слегка бесполезную, но все же. Берримор мне 5 дней назад и день назад. Последние 2-5 и день назад. Спасибо. Так. Просто платные подписки доступны. А вот спрашивал, доступен ли вывод. Значит, будем избегать. Я вообще понятия не имею. А, у меня есть платные подписки? Я не знал. Но у меня нет платных подписчиков. Поэтому я не знаю о платных подписках. Вот. Наверное, так. И найти группу. Войти. Можно еще разок сбегать и все. Он еще накидал чего-то. А я все пробую платную подписку на Twitch, никак не пускают на оплату. Берримор, вот скорее всего в этом-то и фишка, что из России не оплатить. Привет, кстати. Один из немногих, кому интересен как-то Twitch, да? Так. Мне интересно, я говорю, потому что вот надо как-то все равно попытаться больше на лайте к этому относиться. Я вроде общаюсь, правильно? Тестировать тестирую. Я бы один черт играл бы в нее. Но единственное, да, нагрузка была бы, конечно, поменьше на сам смарт. Если в Твиче не стримить. Ну и может быть, можно было бы ночью там совсем мрачный. Так, 29. Так, Дубалова. Есть, 48. Еще. Бежим. Вот, ну. Кто-то такой 59. Здесь уже кого-то нашли кто-то. Кто-то, в общем, бежит до меня. 100. Вот что значит, человек на опыте бегает. 114. У меня так все подтормаживает, прям люто, да? А, ну вот, магия. Магия лютая какая-то. Дерзкое побоище. Я ее даже не увидел, это побоище. Саня, я только от тебя узнал, что существует такой твич. Я сам не знал, что существует твич. Я даже не знаю, откуда я взял, что на этом твиче. Я говорю, мне просто я просто... Thank you.
И опять же, вот ты будешь стримить на лайве. Сейчас я хотя бы туда выгружаю, уже вообще не слышно, микро закрыл. Значит, все-таки не работают наушники. Вот я сейчас наушники отключу, скажите мне, есть ли изменения. Вот есть ли изменения? Если нет изменений, значит, работал микрофон не наушников. Звук микро идет со смарта, микро закрыл. Значит, все это время микрофон работал со смартом, а я по какой-то причине просто-напросто сидел в наушниках и парился. Я сейчас погромче сделаю, единственное. Лава поджигает. Ну, уже босс там. И где там босс? Нужно бежать, чтобы тебя не лупила лава. Не шутя. Изменений нет. Ну, значит, наушники не были подключены. Вот так мы быстро за 2.36 прошли портал очередной. Я не знаю, сколько их уже десятков пройдено. Благодаря там типу вот этому 130 какого-то там миллиардного уровня, 136-го. Ну, как-то здесь вообще нет никого почти. Может, они там его убивали? Вообще ничего не выпало. Печаль. Fight for Anna покидает группу. Ну да, ему неинтересно. AFE покидает группу, и ему неинтересно. Ну и ладно. Мне тоже не особо. Звук голоса стал лучше. Очень странные дела, я вам скажу. Как считаешь, какой Ace лучше? Объективно-то лучше этот, потому что Race чуть-чуть удешевленная версия просто этого смартфона, и все. Но, опять же, дайте мне погонять его нормально. Плюс-минус одно и то же. Там и ценник плюс-минус один и тот же. То есть сказать, что это шлакоблок, нельзя сказать. Сказать, что он там супер-мега лучший, тоже не скажешь. К слову, кулона у меня вообще не было. Прикиньте. То есть мы можем сюда еще инкрустировать всего чего. И еще топаз какой-нибудь там. И все, и мы в огне. И еще я могу надеть ремешок. И все. Привет, Саня, ты геймер уже? Смешно. Я всегда... Ну, опять же, еще раз, мне же все равно тестировать эти девайсы. На автономность, мне кажется, идеальный вариант вот так тестировать. Как я еще и в играх, по-вашему, проверяю его? Идет поиск. 132 уровень. Очуметь. Кто не подписался, добьем 600 подписчиков. Да, там бесплатно же можно отслеживать. Вы просто добавьтесь и все. Может, вам в игровые стримеры податься? Iron Warning. А вы мне подскажите, зачем? Это раз. А два, я вот сейчас официальный игровой стример. То есть даже если бы здесь сейчас было 0 людей, я стримлю на Твиче. Ильшат, спасибо большое. Плюс один человек хотя бы. Не хотя бы, а плюс один человек. Это все круто. Так, кого-то я зову, и никто не идет. Все, мы можем лупить, принять. Нас один серьезный тип, но этого более чем достаточно, правильно? Пять секунд. Все, начинаем. Игровым стримерам неплохо донатят. Я за них очень сильно рад. Да нет, никуда не... Вы к чему это? Вот сейчас я стримлю в играх. Вот сейчас, на данный момент, я тестер, игровой стример. Правильно? Правильно. Я пытался смотреть игровых стримеров. И я вам скажу, я не смогу лупить ту дичь, которую они лупят. Потому что, в принципе, по большому счету, они все... 7 мильными шагами детей толкают к какому-то девиантному поведению. То есть, чтобы вы понимали, ну, все проходят какие-то периоды. Как говорили наши деды, и говорили правильно, и родители, и я тоже родитель. Сколько надо, каждый человек все равно наджазит, сколько надо он выпьет, съест, снюхает, скурит, еще что-то. Но твое дело как взрослого предупредить, а не рассказать, как это все круто. Сердечко нажмите, да, нажимайте все сердечки, и у меня будет много друзей на стримах. О, тут кто-то прям расстраивается, а мы сейчас его спасем после этого зверства.
Ну-ка, не успели мы, да? Нового никого найти. Ладно. И еще так, и еще так. Слишком быстро убиваем, поэтому у нас не набираются, я так понимаю. Опа! Опа! Вот. Так, здесь получается 100... А, не, здесь не стопор. Пам-пам. 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 Так, не успел. Ну ладно. Где у нас тут супергерой? Самый главный. Какое сердечко вы жмете, бедное сердечко? Я не знаю, как подписаться на Twitch, я вам честно скажу. Похоже, батарея сейчас умрет. Почему? Почему она должна умереть? 18% еще. Я вас умоляю. И всего прошло 51 минута. Ну, то есть, когда останется 3%, мы это дело остановим для того, чтобы я с вами попрощался. И все будет в огне. Так, окей. 500 тысяч жизней, ничего ж себе. Вот это было круто. А про отслеживание дошло. Опа. Это хорошо. Не, я уже забил на это дело. Ну что там? 75. Unbelievable. Будем сидеть, будем общаться. Будет какой-нибудь свежак, может быть, кто-то и придет. Опять же, говорю, не тот это формат. Так, разобрать. Чародейская пыль X3. Завтра что по плану? Что завтра по плану? Завтра по плану провода и мини-бонус. И послезавтра E11 Pro. Вот. Войти. Невозможно. С КДД отказывается. О. Пепа вайб. Отслеживание равно подписаться. Наверное. Antutu Benchmark. Я не совсем понимаю вот этих тем всех. Во, да, спасибо большое. Не, говорю, я точно знаю, что можно подписываться без... У меня нет ни одного подписчика. По-моему, из России-то и не сделать это. То есть, мне даже кажется, через VPN не сделать. Так, все, это типы... Неважно какие, Сергей. Вот это вот в Телеграме объясните, пожалуйста, что в Твиче можно бесплатно подписаться. И сделайте большое доброе дело каналу. Вот. Кого-то они там убивают. Так, так. Есть. Вот. Нет, не набрали мы 100 убийств или набрали? Набрали. А. Все. Нет, не все. Или все? Нет. Успеем. О. О. Максимальное количество трупаков, потому что вот здесь есть тоже те, кого надо было бы убить. Давайте быстрее. Не успели. Не успели, ну ладно. Тоже норм все. Не то, что 50 норм. Нет,
написал инструкцию в чатик со скрином, может, поможет. Да, я, наверное, даже в телегу скидок напишу. Спасибо большое. Ага. Какой же стражник у нас уже был? Ух ты, ну летучая мышь с бомбочками, конечно, тема. Выглядит классно. 50 тысяч. Портал завершен. Все это дело можно разбирать, даже нужно, кроме колец. В кольцах, как я понял, это тема, которой у меня не было даже ни одного. Перенести все, инкрустировать, выбрать телепорт, портал. А на этой неделе оформлял подписку на другого стримера и оплачивал из России. Только не уверен, возможен ли вывод. А еще раз, не актуально. По какой причине? По той причине, что, опять же, нужно 1000 подписчиков и нужно хотя бы 75 человек онлайн. Вот. Пока 75 человек онлайн нету, но это стоит удовольствия. То есть там... Ага, найти группу. Так, сейчас я закреплю это дело. Может быть, да, может быть, сейчас, кстати, и наберем 1000. Здесь как с Ютьюбом все. 1000 человек набираешь, и все. И уже более-менее весело. Пока мы набрали только... Так, что-то... Войти. Рейнджер накидал... Глифов. Рефу. Реф. Фека тоже. В чат. В Ютьюбе проще набрать подписчиков. Arm warning. Я с вами не соглашусь. Это абсолютно разная специфика. Набрать в Твиче 100 тысяч, по большому счету, труда никакого не составит. В телеге сложнее всего набрать подписчиков. Вот. Но это опять же мой user experience. А Twitch, здесь просто особенность совсем другая. Если ты харизматичный молодой парень, либо девчонка тем более, то мне кажется, вообще все элементарно. И опять же, все всегда измеряется годами. Ну, может быть, кто-то и выстреливает за 2-3 дня. Ну, у меня, опять же, смысл вот этого вот всего сейшена, в первую очередь, в том, чтобы время не проходило зря. А так я, получается, и с вами поговорил, и девайс потестировал. У Ютьюба больше аудитория, которую сложно перенести на Твич. Аудитория Ютьюба даже не знает о существовании Твича. Большинство. Ну, вот я, допустим, не знал. Я говорю, я так и не понял, по поводу чего меня торкнуло именно на Твиче начать тестировать. Вот что-то меня тронуло, что-то где-то дернуло и... Так, стоп, туда мы бегали уже. 76 убийств, есть, успели. Есть, 83. И все, успеваем. Есть. 92, ну ладно, тоже неплохо. Здесь тупик. Печаль. У Ютьюба большая аудитория, которую сложно перевести на Twitch. Понятно. Меня долго отталкивала необходимость регистрации. В моем понимании вообще, ну, по идее, как бы сама по себе самая легкая платформа, запрещенная в России, Инста. Мне вообще тяжело понять, как там существовать. Хотя люди набирают там просто фигово тучу фолловеров. Ну,
Не знаю. Я знаю, что я делаю на YouTube и зачем. Я знаю, что я делаю сейчас на Twitch и зачем. И, наверное, это хорошо, когда ты просто знаешь, что ты делаешь. И говорю еще раз, Twitch для меня хорош тем, что если мне сейчас не понравится, что я ляпну, я могу благополучно просто удалить это все дело, и не получится мне никаких последствий. То есть я не буду расстроен, что контент как-то не так пошел, какие-то там кто-то будет нарезать, никто не будет нарезать, никому не нужен мой Twitch. Это огромный такой плюс. То есть его просто контролить, его просто за ним просто следить и его не страшно потерять. Здравствуйте, это обычный Ace, не Pro. Еще раз, версии Pro не существует, есть версия Racing Edition. Может быть, я чего-то не понимаю, можете меня поправить. Кто-то может быть в курсе. Друзья, кто не знает про Ace Pro? Портал завершил ей. Все посмеялись. Ace Pro это OnePlus 10T. OnePlus 10T еще у меня не на руках. Как будет на руках, расскажу. Но я его купил, кстати, я сейчас могу в онлайне посмотреть, выслали мне его или нет, потому что что-то я повыносил им мозг. Это единственный смарт, который я, по-моему, не увидел в доставку. Сейчас проверю. Пожалуйста, пожалуйста. Нет. 10T мне не выслали. Заказал я его 7 августа. Уже прошла неделя. Ну, зато честно, правда? Кто-то там покинул опять группу. Ну и ладно. Посмотреть товар сейчас. Я отдал за него 43. И так он и стоит. Никаких супер... А, нет. На тысячу дешевле можно сейчас, получается, купить. Может, откажусь сейчас и закажу заново. Завтра. Потому что сейчас можно уже купить за 42. Надо пост. Во, мне кажется, что сейчас будет, если слабый какой-то товарищ... 36, 47, 53. Мы подочумеем чуть-чуть. Глифов у меня нет. Получить еще я не могу. Мерцающий уголь можно получить. Так, у нас прошел ровно 1:03, и заряда осталось 14%. Кто помнит, сколько было изначально? Друзья, напомните, пожалуйста. Как пел один почетный житель Санкт-Петербурга, любит наш народ всякое. Это объясняет популярностью инсты и всех диванных девиантных блогеров. 37 вроде. Так, да не может быть 37. Да как так? У меня 50 было. 13-37, ну значит 24%. Начинаем поиск. Не, наверное, надо попробовать найти группу. Древний портал уровень от 20 до 60. Arm Warning, я понимаю, о ком вы. О псевдопанке, да? Без имен. Без имен. Так, что-то как-то не получается у нас набрать людей. Пока побегаю я. Пока побегаю по какой-нибудь задаче. Простой талисман. Все мне что-то дало. Фесы. Дало. Экипировку. PvP. Вперед. Проходите тайное логово. В открытом мире. О! Получить. Ничего ж тебе всего чего подполнял, да? О, принять. Рубимся. Никаких супергероев тут нету, хотя я самый слабый, опять же.
Суббота, не хотят идти на стрим, надо понедельник в то же время. Андрей Сиренко, да и так нормально нас. Это ж все из разряда поиграли. После этого я выложил на лайв-канал. Вот, допустим, для примера, я не знаю, сколько там набирал у меня стрим на Ace Racing Edition, я уже не помню. Я могу вам сказать, сколько сейчас на Ace Race Edition. О, принять. Не понял ничего. Меня кто-то там убивает. Пункт назначения вход в камеру. Ничего не понял. Куда мне надо нажать? Кто-то с кем-то рубится. Любое имя считается за рекламу. Нет. Да здесь-то вообще не важно. Вы здесь можете кого хотите. Ну, нежелательно, конечно, прям откровенный пиар. Но ничего критичного нет. Вот для примера еще раз. По поводу Ace Racing Edition 3700. Вот стрим, который я проводил в том же формате, набрал 3723 просмотра уже. То есть я его просто выложил в Telegram, ой, в YouTube на лайве. И все. Смартфон приучил к автоматическому форматированию текста. Постоянно забываю шрифт назвать и написание городов и имен. Так. Голосую за исключением кого-то там из группы. Куда-то мы идем. В какую-то темницу. И каменный голем с нами. Приглашение отправлено. Окей. Кто-то там отклонил приглашение. Ну и отлично. Не игра, а одни приглашения какие-то. Смартфон. Ту-ту-тун. Активность нормальная. Тусим, зажигаем. Завтра выложу все это дело. Увидите, что 1000 человек точно посмотрит этот стрим. Не беспокойтесь. Но, конечно, 600 человек хотелось бы на онлайне. Но как есть, так есть. А, да, 1000 набрать, но читал для галочки. А там как пойдет. Да, пока 1000 нет, все это мелочи жизни. И просто я еще хочу, почему, по-моему, 75 там... При каком-то уровне у тебя сохраняются стримы. То есть мне так их приходится выгружать и сразу выгружать, пока я не забыл. О, новое событие. Отлично. Вот, а так они будут просто в Твиче сохраняться, как я понимаю. Может, я не прав. Найти группу. Ищем. Начать неполным составом? Нет. Будем искать до последнего. Никто не добавляется, можно так идти. Неполным составом. Да прибудет к нам BlackBerry. Да пришел бал. От того, как он разрушил города варваров. Понятно. Это произошло за 1000 лет до этого. Регился. Позвольте поинтересоваться, у вас получилось сделать логин или фамилия за главных букв. Я регился на Твиче тоже из-за главных, но почему-то в чате с прописных. Все. Понеслась. Харадрин, ты здесь. Залтункул и Талраша уже сражаются внизу. Сюда я открою путь. О, ничего ж себе. Понеслась. Демоны не пускают нас к великому воплощению зла. Поможешь мне пробиться? Если ты здесь, ничего не можешь. Чего так к злу-то идешь?
все мертвы. Что, мне телепорт нужен или вот туда, к зеленой точке? Из лука. Благодарю, попробую позже. Нет, конечно, эффектная игра. Я не знаю, какие претензии могут быть к штуке, которая еще и бесплатна. Донаты. А зачем здесь донатить? Играешь по сценарию и все. Сложно понять. И раз, и два. Зарубик. В следующем году хотят вернуть BlackBerry с клавиатурой. Вопрос, кто его будет покупать и зачем физическая клавиатура, когда уже есть сенсорная, притом не самого плохого качества. Довольно приятная и комфортная штука. По мне. О, босс. А, те, кто жаждут разрушения, его получат. Ну да ладно, ты даже не полумиллионный чувак. Так уже привык к полумиллионных жизней. Ну как Эйс, ну пока норм. Вот уже все, 10% заряда осталось. Не все волшебно, но и не сказал бы, что плохо. Все. На Galaxy S8 была накладная клавиатура, прикольная, но неудобная. Ну вот, зато маркетинг что-то не как у всех, правильно? Как могут люди тягаться с самой преисподней? Вот так и могут. Остался лишь осколок Золтун. Веди остальных в долину внизу. Я телепортируюсь к Баалу и выиграю для нас время. Так, вниз надо. Самонадеянный глупец, он не знает, что делает. За мной, скорее. Ей, побежали. Побежали, побежали, побежали. Огниво. А, надо что-то ему сказать? Давай. Баал победит Талрашу, если мы задержимся. Было бы неплохо сбить с него спесь, но мы не имеем права проиграть. Ну что, попробуем прорваться через их полчища? Конечно, да. Давай, ждем. Жух. Жух-жух-жух. 3 минуты. А, так надо просто пробежать. Легко. А, здесь все-таки нельзя пробегать просто так. Здесь нужно сначала всех убить, а потом он откроет. Окей. Никаких моральных проблем у нас с этим нет. Ну и где он? Или он с кем-то там в зарубе? Ха. Серьезно? Начуметь. В общем, надо было все убить. Да, неразумно. Старые устройства, старых устройств живых нет, не тратьте деньги впустую. Микрофон закрыт. Да не особо, все, буду стараться. Так что он молчит-то? Куда мне бежать? Вы поняли, что надо сделать? Вот там человек какой-то живой, что ли? Или почему нас не пускают? Не понимаю.
Не понимаю. Есть коллекция, найти только нормальные аккумуляторы. Друзья, что он мне сказал, что мне надо сделать? Доберитесь до Тал, чтобы получить бонусный сундук. Куда мне бежать? Что мне делать? Просто пришел и встал. Он должен был пароход открыть, а он завис. Да я заметил. Покинуть группу, может быть. Куда я сейчас? Библиотека. А, так я могу туда просто без него один пойти. Вот в темницу. Давайте. А дальше за деньги. Смешно. Сколько заряда осталось? 9%. Да я думаю, хватит 9%, чтобы пройти вот эту тему. Мне кажется, что, может быть, глюк был от того, что он, получается, я совместно с кем-то проходил. Вполне возможно, нельзя. Может быть, вот в тот телепорт надо прыгать, я не знаю. Ну, кулером я уже не пользуюсь, говорю, при кулере 33 градуса температура становится, то есть можно часами играть, и опять же, целесообразность, допустим, в эйсах, она нулевая получается. Опять же, может, он завис, потому что я сначала убил тех, которые ему должны были, по идее, преграждать путь, а потом уже убил, с кем он там зарубался. Поэтому он подвис. Все. Так, здесь надо кого-то тоже убить. В больших количествах. Демоны, лучники. И остальные непрелестные типы. Ей! Даже убийство какое-то количество пробили мы. Бонусное. Так. Мы побежали. А! Тебе надо босса валить. И тут вообще 160 тысяч жизни. Ни о чем. Вот 30. Несерьезно. Девяносто. В группе нужно уметь работать, играть. А, нет, мне кажется, что зависало здесь было как раз из-за группы. Он ослабел. Ну все, отлично, побежали его валить. Damn it.
поменял, и все равно с маленьких букв. Может, глюк какой-то конкретно под ваш аккаунт? Ну все, Залтун, я тебе верю. Давай. Понеслась. Жди. Вы так написали, в группе надо уметь играть. Вот смысл, если, допустим, один 122 уровня, а другой 30-го. Ничего личного, но мне кажется, что не так. Такое себе. Все, пусть бежит. Мне кажется, ему надо здесь повоевать, и тогда он откроет портал. Если он не повоюет, он не откроет. Или, может, когда он бы прошел, то больше типов бы выпрыгнуло. А так они не выпрыгнули. Ей, да. Поступательно надо. Там еще есть отображаемое имя. Его можно поменять. Там же все-таки сложно все. О! Понеслась, владыка. Ладно, давайте еще раз. Мадам, идем. Ну, интересно, эта стена гораздо прочнее других. Защищай меня, пока я ее рассеиваю. Конечно, легко. Легко. Все. Защитил, рассеяли. I am renewed. Вот так он называется мучение. Так, все. Есть. Владыка. Так, ну, помимо владыки, вот этого типа надо убить. Что просит? Он не мешал. Теперь владыка просит. Покромсать. Потом владыка. Наверное, быстро. О, успеваем, я так понимаю. Вы получаете бонусный сундук. Саня, по твоему мнению, 9R или 8-10? Нет, 9RT. Не сравниваю 9R, я уже не помню. 9RT точно лучше. Так, нож, ножки. И теперь можно рубиться. Собственно, с основным. Почему вала? Я вообще не вижу. А, потому что мы все время вокруг чуваками воевали. А, вот 160 тысяч есть. А почему? Куда он убегает? Нормальная тема. 14. Как-то все долго и мучительно, потому что скелетон на этих отвлекся. Это не так. Он там или как, или с кем? В чем прикол? Много всяких красот. Но еще не готово. Слишком сложно. Вообще долго не бывает. Сражайтесь с повелителем демонов, я разберусь с прислужниками Баала. Серьезно, вы издеваетесь, что ли? Длинный подход. Почему ты не нападаешь? Или это вообще не понятно? Может, он не нравится?
Скорее к щиту, он украдет нас от пламени. И банкет закончен. Эй! Мы победили. Сани микро закрыл. Сани может молчит. 6% осталось. Мне кажется, что я буду с вами прощаться, потому что полтора часа прошло. Что-то мы прошли. Это хорошо. Может быть, даже что-то полезное мне выпало. Нет, не... А, да, выпало. О, здоровье. Надеть амулет какой. Какое амулетище. Мне кажется, что я такого амулетища еще не видел. Ой, благосклонность еще. Чуть не забыл. Я же быстро прошел. И теперь мне что-то подарили за это. Все, можно телепорт делать. Делаем телепорт. И... Смарт справился. Ну да, полтора часа довольно такого интенсива серьезного. Сейчас я с вами попрощаюсь, потому что все-таки 5% осталось. И... Не вижу смысла гонять его дольше. Всем, кто это все дело посмотрел в YouTube на пользу NetLife, не забываем что-нибудь там прожать. Для чего? Для того, чтобы я подобное продолжал выгружать. Потому что эти пруфы вы можете показывать людям, которые решили покупать те или иные смарты, допустим. Потому что неверующих у нас море, а супер девайсов в обзорах миллионников то же самое. И я думаю, что... Сейчас чат включу. Я думаю, что подобный формат имеет право на жизнь. И опять же, я его буду делать. Пока буду, а там уже дальше посмотрим. Напоминаю, что... Я еще буду гонять Realme GT Neo Master, Realme GT Neo 3 глобальной версии на подобные штуки. Думаю, вам будет интересно. Сейчас работает фронталка, опять же, этого великолепного смартфона под названием OnePlus Ace, либо OnePlus 10R. Кому как удобно. У меня он на кислороде. И, в принципе, девайс мне понравился. Полтора часа он прожил. Стрим. Провел, вылетать не вылетал, хотя мы заходили куда угодно. И следующее, что, скорее всего, будет на прожарке, помимо ноутбука от MCI, к которому у меня все еще есть вопросы, у меня еще есть ноутбук от Alienware, думаю, вам тоже будет интересно. Будет еще ленововский вот такой планшетик. Помимо ленововского планшета, есть у меня, наверное, еще телефонов 7, которые надо прогнать в подобных же условиях. Уверен, что все будет в огне. Как работал микрофон, как работал фронталка. Если не сложно, ваше мнение напишите потом в комментариях. Кому не сложно, повторяюсь, в телеге есть инструкция, как подписаться на Twitch. После того, как будет 1000 человек, мое нытье приостановится, что подписывайтесь. Главная, основная мораль — это лайв-канал поддерживаем. Там уже больше 20 тысяч человек. Плюс, если вы заметите, там Pixel 6a есть обзор. И на девайсы, которые мне не очень нравятся, то есть у меня к ним конкретно негативное отношение. У меня и так не фееричный и добрый какой-то канал пользы нет. Там и так хватает негатива. А супер негатив, если мне что-то нравится с точки зрения освещения, но не нравится с точки зрения того, что покупать, либо это какая-то неважная вещь относительно. То есть, допустим, кулер, но все-таки это кулер, это даже не наушники. Я понимаю, что у меня были кулеры на канале, но они не особо набирают просмотров, поэтому смысла от того, что я штуковину, которая не является автономной, буду пихать, нет. Как-нибудь попробую здесь, когда придет анкеровская камера, сделать Twitch с ответами на вопросы и ответы, заодно проверим анкеровскую камеру. Потому что у меня будет анкеровский микрофон, и вы услышите, как, допустим, в условиях студии за общую стоимость 6000 рублей можно оборудовать себе место. Я думаю, неплохо. Да, картинка не очень, да, это фронталка от BBK, Smart лагает, потому что осталось 4%. Вот, 4%, он живет у нас в ровно 1:30. Можете посчитать, сколько он съел. Как я понимаю, 24% в час он ест при игре в Diablo и одновременном стриминге. Огромное спасибо всем, кто пришел. Давайте скажу всем до свидания. Архитектор особый Дмитрий Гордиенко, прям респект. Bad Camelex, Gold Channel, Chen Alex, Вабила, Ник Libra.
И на какие-то супер, конечно, стабильные девайсы, может быть, такие стримы я буду проводить на Ютьюбе. Но опять же, если на Ютьюбе будет вылетать все это, будет уровень психоза очень серьезного. Вам всем великолепного вечера. Завтра приходите. Вполне возможно, буду гонять вот это дело также в Диабло. Спасибо, что пришли.